Да, естественно. Естественно, я тебе сказал. Все, до свидания. Мужчина, что здесь делаете? Здесь режимное предприятие. Какое? Ты видал, наверх посмотри. Ну и... Вентиляторный завод. Сам придумал, что ли? Ты знаешь, что сейчас вот здесь происходит? Что? Здесь пропеллер Карлсону ремонтируют. Собирайся, поехали. Ты хочешь, чтобы тебе сейчас пропили? Собирайся. Чего мне собираться? Рот закрыл, да я пошел. Поехали. Собирайся, куда? Собирайся, говорю, поехали. Ну, поехали. Поехали.